печатью, все как положено. Вот что по своему поводу можно было чеком и накладной отчитаться. Потому что под этим планом есть очень много вариантов для мухлежа. Девушка, а можно вот здесь такой вопрос? Встреча. А почему вы идете вне коллектива? Значит, у меня вот такой тоже подозрение. У меня дополнение. Нет, а у меня тоже возникает, если вы хотите отдельно купить чучело, у меня тоже подозрение, значит, вы его где-то хотите купить. А почему вы не берете нашу общую оптовую закупку? Причем я предлагаю эту оптовую закупку сделать любому из членов СНТ. Так, Маргарита Владимировна. Любому! Маргарита Владимировна. Возьмите, купите, я что, против? Есть примеры по закупке, где вы не представили. Ни наряда, ни толком чеков. Давайте мы поговорим об этом попозже. Все, Маргарита Владимировна, пожалуйста, будьте добры. Это будет дальше. Чеки, наряд, все будет дальше. Прошу вас проголосовать за это предложение. Кто против? Стоп. Давайте так. Кто против? Чтобы было меньше было вопросов. Кто против? Я воздерживаюсь. А у тебя права голоса нет. Кто воздержался, пожалуйста? Пожалуйста, кто воздержался? Понимаете, вы воздержались. Значит, он воздержался, я слышу, воздержался. Ну, если человек хочет поставить свой счетчик. Не могу понять. Это не о счетчике. Я об этом сказала. Мы говорим не об этом. А вот я за то, что ради бога, спешите. Мы говорим о том, что акцию и то, что сняты будут счетчики, будут в задолженности погашены. Один воздержался. Все. Принято единогласно. Принято большинство. А можно вопрос? Смотрите, я воздерживаюсь, да? Я же имею на это право, да? Имеешь. Да. Но подчиняешься большинству. Ну, знаешь, что ты... Да. Можно в туалет сказать? Да, это вопрос решения. Так, а если мы поставим эти счетчики, мы будем пользоваться тогда сельским тарифом, да? Потом, после... Давайте я вот попозже. Я вам сейчас все расскажу. Так, такая претензия. Она, правда, не очень касается, но все равно это неприятно слышать. Детская площадка закрывается на замок, и кто-то это видел. Я вам скажу, неправда. Детская площадка никогда не закрывалась. Здесь нет ни ворот, ни калитки. Она пристегивается сеткой, завязывается в наше отсутствие или на трубку. Ни одного ребенка, ни одного родителя никогда мы не оговорили. Хотя эта площадка, поясняю еще раз, что это не хорошо. Эта площадка расположена на землях лесного хозяйства. На этой площадке силами нашей семьи было вырублено кустарник, распланировано механическим способом, привезено 5 машин кустарника, поставлена детская площадка и огорожена сетка. Огорожена она сеткой только из-за того, что я радуюсь за безопасность наших детей. Очень много случаев, и совсем недавно были случаи, вы знаете об этом, что мальчика маленького убили, просто поманив, он был вне СНТ, его просто поманили 5-летнего ребенка. И такие случаи. Сейчас неправда. И этих, почему я говорю неправда? Ну потому что вы площадку взяли до того, как ее признали, что она детская общая. Я сказала, все абсолютно честно. Ваши дети приходили здесь гулять. На площадке играют все дети. Ни один ребенок не был оговорен. Ни одного родителя не было сказано какое-то замечание. Я попрошу больше к этому вопросу. Очень прошу. Не надо возвращаться. Еще риск ограждения в том, что сейчас бешенство пройдет. И леса, и собака, и дай бог. У нас гражданка Васильчика занимает
1012 квадратных метров. И разрешения нет. Запиши и спроси у нее разрешение. Просто противно вас слушать даже. Очень противно. Даже. Нет, у нее нет разрешения. Земля личная. И что? Запиши, пожалуйста. Мы нарушители перед ним хотим. Запишите, запишите. И спросите у нее. 1012 квадратных метров. Никакого нет разрешения. У нас налоги платятся с зарплаты, а не с товарищества. Вы
Налоги платят, если вы знаете, налоги удерживаются из зарплаты 13%, и я не говорю про эту сумму. Это с той суммы, которую я плачу, я удерживаю, плачу в бюджет. Я лично. Это физическое лицо. А организация, она начисляет налоги в пенсионные, социальные, медицинские фонды. Это сейчас, на сегодняшний момент, без травматизма, я даже не знаю, какой у нас процент травматизма, я думаю, что маленький, может, посмотрите, ну, какой-то маленький, может быть, там 0,2, 0,3, 0,6 там, процента, да? Вот без этого это 30%. Ну, это опять же стрейд зарплаты. Нет, это одна зарплата. Поэтому я вам и говорю, это работа так. СНТ, ЖПАК, является работа так. Значит, мы будем платить не 600, да, а 800. Ну, теперь понятно. Если это устраивает СНТ, не вопрос. То, что я удержу 162 000 13%, это порядка 20 000, ну, извините, это нормальное явление, ничего страшного, я заплачу. Но пойдет ли вот на это 30% повышение СНТ, я ставлю вопрос. То есть вместо 600 будет платить 800? 830. Подождите, у меня вопрос. Почему так? У меня 6 соток. Подождите, там, а теперь да, 20 соток. И одинаково. Вот, поэтому я тоже не согласна с этим. Что на будущее будет? На будущее будет все-таки рассматриваться вопрос о том, что как и каждый перед собой имеет жирочку. Дома. У вас квартиру по метражу или количество людей или по щучку. Значит, я считаю, что все как бы должны быть под метражами. Вот имеешь ты, там, допустим, 6 соток, ты с этих 6 соток платишь все всякие деньги. Имеешь ты, допустим, 6,6 соток, ты иначе платишь с них. Имеешь ты 6 соток, как я, и 2 сотки в аренде, я плачу с них. С этих вот уже не 6, а 8 соток. Вот я считаю, что это будет правильно и справедливо. Давайте тогда комиссия Драмире. На мой взгляд, у нас есть документы. Но я не видела этих замеров. Я даже это не замер. У нас есть документы, сколько по свидетельству человек имеет этих сумм. Это является основоположным документом. Понимаете? У нас есть... У нас Анжела Ивановна хорошо Подождите. Да. Давайте будем все-таки по порядку. У нас есть, пока что это еще на словах, но я думаю, что мы на бумаге как бы оформим, арендуемые площади, и люди уже земельный налог заплатили, так сказать, за эти площади дополнительно. Я не знаю, мы не дождались, сколько заплатили. Вывешу я вам. Ничего страшного не будет, если вы подождете. Ира, ты ждешь эти документы. И при этом, при всем, ну, списки не вывешены, но вы же каждый видели ведомость. Вы же все платили. Ну, кто говорит, голосует. Вот по поводу аренды. Ну, сядьте со мной вместе, возьмем калькулятор, я вам все расскажу, посчитаем. Неужели вы думаете, что я вас на копейку буду вот здесь с тобой? Нет. Хорошо. А, сразу на 1000, да? Конечно. Анжела Ивановна уже купила, по-моему, машину, да? Да. На собранные членские взносы. А почему-то ставят ее вон там, подальше от своего. Не ставят. Чтобы не упало на глаза. Да, чтобы не тыкали, да, не прозыли шины. А мне там рядом протыкать-то ближе, чем вот сюда. Анжела, Дальше. На две кучи. Значит, выношу этот вопрос на голосование, чтобы к этому вопросу больше никогда не подходить. Но я делаю оговорку до конца этого года. Начиная со следующего года, мы опять это ставим вопрос на голосование. Почему? Потому что, а вдруг кто-то передумает и скажет, нет, мы будем платить, вот давайте мы будем платить все-таки за 4 дня. Вот чтобы этого не было, вот до конца года ставим этот вопрос, и вот, ничего не будет. Вот. Значит, платим с налогами, значит, мы сейчас делаем перерасчет соответствующий, да, доплачиваем все недостающие деньги в конце года. Я, хотите, каждый месяц, значит, прибавляем еще эти 1300, не вопрос, я их просто прибавлю от всего. Вот, и мы будем, значит, согласно законодательству оплачивать свой доход. Или платим по старым, да. Пожалуйста, я прошу на голосование. Кто за то, чтобы значит, платить вот по новой? То есть так, как я сказала, сейчас по это по метражу. С учетом
учетом всех налогов. Прошу проголосовать. По витражу с учетом всех налогов. Внимательно. То есть это сейчас 600, то есть 748, значит, допустим, вот мою 994, у кого 6,6, 722 и так далее. То есть это будет расчет. Да. Это не земельный, это членский. Нет, ну как? Нет, ну поставьте вопрос по старому или по новому. Давайте старый вопрос. Давайте старому. По старому или по новому. Значит, кто до конца года, я оговариваюсь, до конца года, с Нового года, я ставлю вопрос на весеннем, если доживем, на весеннем собрании о том, что, опять же, но хочу вас предупредить, то, что как вознаграждение все-таки как за год. Мне жалко, 1300 в месяц, это почти сутки. Конечно, один раз. Очень много, да, хотя бы как единоразовое вознаграждение, официальное единоразовое. А кто мерил вот эти вот прирезки? Вот кто мерил эти прирезки в аренду? Слушайте, это уже все запротоколировано. Товарищ Егор, документы не обрежутся. Я еще с вами приду еще раз. Все, давай. Так, пожалуйста, голосуем. Кто за? Что нас значит? Против. Да, пожалуйста. Именно с какого числа? А вот этот год? Вот этот год с какого? Третий, четвертый, пятый? Нет, этот год был, вот, ну, будем так говорить, со времени моего вступления в декабре. То есть следующего года? На самом деле, вы можете любой срок, так сказать, назначить. Я свое вложение не выиграю. Вы можете перейти любой срок. Рита, а как там задним числом ты будешь оформлять себе расчет? Ну, сейчас еще. Нет, задним числом. Я поэтому и говорю. Рождение за год. То есть не ежемесячно я плачу. Нет, а один раз в конце года... Ты понимаешь, ну, какой расчет? Давайте поставим. Не расчет, а поставим. А скорее, расчет, и деньги там платят. Ну, как там нужно оформляться в этом банке, задним числом? Почему я оформляю? Я банк не буду оформляться. Давайте поставим. Да что тут банк? Так, у меня один по ходу дополнение. Поскольку это так будет, тогда и в записи, да, я думаю, что я поняла правильно. Садовода, надо писать не членские взносы, а членские взносы и разрешетовка зарплаты, например, председателю. И к сожалению, такой записи я делать не могу по определению. По определению сейчас скажу. Это наши с вами внутренние договоренности, я нарушаю закон. Если я сейчас стану, да, я в этом не да, что я вам закон, скажу. Какой закон назовите? Закон о доходах неучтенных. А как вы считаете? Чьи доходы? Мои доходы. А-а-а. Если я не плачу с этого налога, это неучтенный доход. О чем вы говорите? Я нарушаю закон. И я в этом вам сразу говорю. Если я это делаю, тогда мне это никаким образом не приносит. Мы как старое. Если по новому, конечно. Все идет к юбилею. Платите 150 лишних рублей, и все будет чисто. Да. Заплатил налоги, спи спокойно, и вы тоже. Так, о чем думать об этом? Мы говорим о том, что заплатим больше 230 рублей. Поэтому это мы и ставим на голосование. Пожалуйста. Вы считаете, что должно быть еще конкретно? Рит, подожди, я чего-то не понял. Твои налоги, которых они очень так это беспокоят, ты декларацию подаешь ляжет. И оплачиваешь. Нет, ляжет на вашу прибыль. Да. Зачем? А потому что налог 30% пенсионного, медицинского и социального страхования ложится на бремя членов МВД. Официальные условия. А кому это надо-то? Ну мало ли. Кто у нас богатый? Думаете, что я не могу заплатить лишние 230 квартал, что ли? Нет, пусть это же не ваша проблема. Это проблема как бы каждый заплатит все. Поэтому мы ставим на голосование. А что, вот налоговые членские же эти самые проверяют, что ли, книжки-то? Что так вот беспокоит? Имеет право. Это финансовый контроль, налоговая инспекция имеет право. Она проверяет не только членские книжки, она вообще... Доброжелатели найдутся. У нас уже были доброжелатели, так что... Я думаю, не та сумма, чтобы можно было об этом. Ну,
обживать. Поэтому мы это ставим на глаза. Потому что вы, может, считаете, что у вас есть только заплатить. А зачем? У кого вы по 200 рублей? Да, по 100 рублей. До конца года поставьте. После. А ты читала? Месяц? Ни в коем случае не об этом. Не так снижала. Я даже могу заплатить за электричество, которое потребуется. Я говорю, однажды. Даже если оно было потрачено. Я говорю, однажды. Я делаю ремарку. Я делаю ремарку. Тамара Егоровна платит. Это было по поводу электричества сказано конкретно. Тамара Егоровна платит. Вам не понравилось, как крутится счетчик? Тамара Егоровна платит пост факту и за пост. Я, папа, я по этому поводу еще выскажусь на собрании. Выскажите, Вы нарушаете. Ну, давайте конкретно я тогда скажу, Маргарита Владимировна. Так вот, мы голосуем. Господа, мы голосуем. За старое или за новое? Пожалуйста, старое – это то, что было. Новое – это плюс соответствующие 30% плюс банковские расходы. Просто непонятные даже. Только и разбираем, больше никого не слышим, безобразие, больше ничего, такого за 23 года не было собрания. Ну говорите все, ну как положено. Мы сейчас голосуем или за то, или не можем. Сейчас мы голосуем первое за старое, так как было раньше. Кто за? Кто за? Пожалуйста, поднимите руки. Платить за старые. Но вперед по 200 рублей ежемесячно, вот выйду по трудовому. Кто против? Кто против? Кто воздержался? Да. Воздержались трое, будьте добры, пожалуйста. Принято большинство. Пожалуйста, к этому вопросу больше не надо. До конца года не надо это самое. На собрание. Будет опять первое собрание когда-то там весной. Вот. И мы поднимем этот вопрос. Да. Если все решают, что вознаграждение должно быть по законодательству с налогами, значит, мы будем. Далее. Вопрос о субботе. Устав статья 8, порядок участия членов товарищества в работах, выполняемых коллективами. Субботник – это коллективная работа. Регламент такой. Отметились, предложили и назначили место, объект работы. Да? Кто-то, значит, пришел, там работы в данный момент не оказалось, как бы дело отложенной. Это самый у нас таких, значит, 5 человек. Вот. И, соответственно, значит, отработали. Тот, кто не отработал, не пришел, не отметился, пожалуйста, заплатите 400 рублей. Это та сумма, которая нужна для того, чтобы доделали эту работу. У нас есть и покосные работы, у нас есть вот сейчас надо около трансформатора губки прополоть, потому что запрещается там, чтобы пускотравие росло. Нам нужно будет губку покрасить, это тоже работа. Вот. Мы будем нанимать людей за эти деньги. Это нормальная практика, она есть везде, она прописана в уставе. Поэтому будьте добры, пожалуйста. Решение собрания было. Вот. Отговорки такие, типа, не буду работать, я у себя перед участком, извините. Перед участком, ну, наверное... Не зовите тех людей, которые не оплатили ничего. Сейчас я скажу, не оплатили. 5 человек – это в ожидании. 5 человек в ожидании – это те, кто попросил сделать отлично. Вы не будете ничего называть, а у меня есть... Сейчас. В ожидании. Так, в ожидании, значит, Белорыскина, ну не было у нас на тот момент. Хорошо. Так, Желудкова, Косарева, Никонова, Полякова. Это те, кто ко мне подошел. На данный момент, там была дождливая погода, уже в основном народ распределился. Вот, и они сказали, мы выполним, вот когда придет какие-то работы. Большое. У нас всегда какие-то работы бывают. Далее. У нас, значит, сейчас скажу. Так, 34 участка отработано. И 11 компенсировано. И 11 компенсировано. Значит, те, кто не отработал, будьте добры, пожалуйста. А есть такие? Да, конечно. Назовем.
есть, то есть не отработал и не компенсировал. Да, да. И не собирается разработать. Так. Андрей, ну это у нас. Это у нас первый участок, да, там все сложно. Так, Васючиков, это там где дядь Коля. Так, веселая. Далее. Жлобалин у меня под вопросом, но я просто вот. Я не одежду тебя дал. А? Денежку, да. Значит так. Захарова. Зикунков, это у нас все участки, но они всегда, к ним один раз в полгода платят. Но они за свет не платят, а все остальное они платят один раз в полгода. Я просто с ними встречаюсь, и они полностью все отдают. Там без вопросов. Кагерманова, это у нас дама снимает там. Звоню чуть ли не каждый месяц обещанием. Калемов. Коршунова. Если я кого-то, прошу меня поправить. Кузнецов. Кузнецова. Логачев. Лихович. Русанова. Это опять все участки, это все будет оплачено. Пардон, Солоницыну. Нечечку, скажите, я говорю, я очень прошу, девчонки, очень прошу, пожалуйста. Потому что бывали такие случаи, ну, извините. Стукалова, Тетеркина. Да, ну вот, в общем, вот такой вот. Если отработали, не доложились. Отработали, не доложились. Надо свидетелей, надо всех. Субботник, попрошу. Субботник, я вас прошу, пожалуйста. Субботник. У нас вывешивается о назначении субботника. Это всегда вывешивается. Подошли ко мне. В тот же день заполнил. Что я должен подошли ко мне. Как же? Не знаю, выходите, проверяйте потом. Смотрите, где порядок, где непорядок. Видно, председатель должен дать работы. Я даю фонд работы. Пожалуйста, приходите. Сама я скажу, не останется. Я не особо не бегаю, проверяю. Я прошу себя, я носил еще чужую. Мы все члены СМИ. Дальше поехали. Так, значит, я попрошу, где кто? Пожалуйста, заплатите. Так, дальше, следующий вопрос, заболевший вопрос. Господа, прошу вас внимательно, пожалуйста, при уплате различных взносов. Ко мне иногда приходят и говорят, это не мой участок, он принадлежит сыну, дочери, маме, папе, племяннику. Дальше.
Вот, кстати, вопрос о регламенте ведения собрания, чтобы этот вопрос больше никогда не поднимался. Я вас очень попрошу, вы, владельцы члена СНГ, пожалуйста, на своих родственников внутри семьи или на кого-то, делайте, пожалуйста, доверенности, эти доверенности мы положим здесь. Вот пришла, допустим, жена Никарова, да, владельца Никарова, пришла жена Никарова, раз, в деле лежит до доверенности. С самого начала и до самого конца. Ну, я говорю. Причем это доверенность. Желательно, чтобы она была... Частью поставить. Чтобы она была бессрочной, да. Это было бы очень-очень удобно. Да, это было бы очень удобно. Но вы уже не голосовали. Замечательно. Понимаете? Да? То есть вот такая, когда доверенность есть, она лежит в деле. На 3 года только дается доверенность. Это наша внутренняя доверенность. Понимаете? Любой юридический вопрос, любой все равно будет решать владелец. Я имею в виду, допустим, там захочет там прирезку, отрезку перекинуть на другого. Это юридический вопрос. А вот те вопросы, которые мы внутри себя решаем, они вполне достаточно вот такой рукописной доверенности, которая будет лежать в деле. И никогда не будет вопросов. Понятно? Голос мы считаем, естественно, один, а приходить можно здесь. Это работа. Это не работа. Так, далее. Вопрос о ремонте забора СОК. Значит, ко мне обратился председатель, это как раз то, что касается работы. Ко мне обратился председатель СТ СОК и говорит, ну заваливается. Ребята, пойдите, пожалуйста. У них заваливается забор, дайте нам доступ, типа дайте нам ключ, мы его будем чинить. Мы с ним встречались, я говорю, каким образом вы собираетесь его чинить? Ставим подборку, вот как первая подборка ставит. Я говорю, нет, так дело не пойдет. Это примерно то же самое, что в соседних квартирах у меня валится стена, а я подпорку ставлю в чужой соседской квартире. С какой стати? Так вопрос решаться не будет. Это будет вопрос решаться каким-то другим способом. Значит, я предлагаю, у нас есть одна свая разбитая, столб разбитый. У нас будем менять столб, у нас есть там он тоже с хомутом, его будем менять, потому что провода не выдержат. Вот у нас там 4 получится типа сваи. Пусть они, мы им предложим эту работу, пусть один раз мы их запустим там или 2 раза на сколько работы, а может быть и это, пусть они оплатят, а мы сами сделаем эту работу, потому что у нас будет курильная машина. Вот, мы укрепим этот забор, они нам оплатят, ради бога. Как вы считаете, такое вопрос, я не ставлю голосование, я просто как предложение. Я считаю, что да, это будет согласованно. То есть никаких подпорок на нашем участке мы ставить не будем. Вот, и к вопросу о протоколах. Вот то, что я сейчас говорю, к сожалению, не могу их показать. Они у меня в Москве, в нерабочее время. Я из этих протоколов делаю различные выписки, вот очень важных для нас вопросов. И в том числе вопросы, например, вот очень интересно было, значит, протокол был даже специально выписано. Ой, старинный протокол. И там было написано о том, что, значит, ров. Нам все время СОК говорил, что вы заняли нашу площадь, вот этот ров, это их ров. Вот, я нашла бумагу о том, что наши участки считаются от точки забора, то есть никаких нет ни санитарных зон, ни отступлений, никаких. То есть четко мы идем от их забора. Вот, мы совершенно одинаковые организации, мы одинаково пахнем, будем так говорить, поэтому санитарных зон никаких быть не может. И я нашла протокол, он один из первых, где написано о том, что ров вот этот. Копали мы, ну, то бишь наши СНГ. Вот. И поэтому никаких поползновений на наш круг, что это земля сокола, быть не может. Это наша земля. Так что если вдруг кто-то что-то строит, или да, завтра, это наша земля. И, пожалуйста, значит, имейте в виду, вдруг, если вы почувствуете, что вы идете, а на нас валится тот завод, не забудьте при минуте об этом сказать. Вы называете какие-то работы, пусть их оплачивает все. Потому что там становится, конечно, может быть, не очень безопасно. И кто ставит там машины, будьте добры, пожалуйста, аккуратнее. Чтобы потом претензий не было к нашему СНТ. Да, а я думаю, что укреплять его можно другими способами, чем они потребуют. Так, следующий вопрос. Поступило заявление от Тринько.
участок 39, о нарушении права члена товарища. Что пункт 5, 2, 5, 2, подпункт 3, со стороны участка 38. Комиссия выходила на местность и подтвердила, что такое нарушение произошло. Значит, еще раз обращаю ваше внимание. Мы здесь очень сконцентрированы. Мы сидим все на 6 суток. Мы рядом с соседями наши протянуть руки. Пожалуйста, живите ниже. Мы все являемся владельцами, ну почти все, да, владельцами участка. Все споры решаются исключительно в судебном порядке. В судебном порядке решается после того, как член СНТ обращает правление на собрание жалобой. Мы эту жалобу рассматриваем и ответ этот выдаем, значит, для суда. Понимаете, да? То есть, пожалуйста, хотите судиться? Судите. Никто вам запретить это не может. Но все-таки я вас прошу, решайте эти вопросы мирным путем. Пожалуйста, давайте находить вместе какие-то ответы. Там мешают соседи, там туалет рядом стоит, плохо пахнет. Сейчас есть способ, можно поставить улицу банан разделительный, чтобы, так сказать, и не верить, в общем-то, и тени от этого нету. А для этого разрешения не надо соседей? Поликарбонат, если он не сплошной, то можно. Если он не сплошной, но не до земли, чтобы проветрилось участок. Вот. Поликарбонат нет. Почему не разрешают сплошные заборы? Потому что они дают тень. Вот. Поликарбонат тень не дают. Вот. Поэтому, ну, чтобы... Но он сплошной быть не может, потому что должно быть проветривание. У нас участки маленькие, происходит застой. Ну, понимаете, чисто садоводчески это неправильно. Вот. Значит, пожалуйста, обращения ваши всегда будут приняты. Комиссия обязательно будет выходить по вашим жалобам. Но я вас очень прошу, пожалуйста, все-таки решайте эти вопросы мирным путем. Постарайтесь хотя бы решать эти вопросы. Но главное, надо довести до до нарушителя обязательно мы будем и в письменном виде. Обязательно мы будем доводить до нарушителя в письменном виде. Обязательно. Так. Далее вопрос о комплексе помощи. Вы все прекрасно знаете, что у нас с той стороны, и она медленно двигается не только на первые три улицы, но она уже идет и на следующие улицы, у нас беда с комплексом «Солнечный». Дело в том, что они поставили очистные, это новые очистные. Они до этого работали неплохо, но так как они соорудили бассейн, и сейчас выйдет на очередь следующий бассейн, вот они нас затопляют. Очистные не справляются. Соответственно, там погибает лес, заливает нас, ветер дует, мы все вместо того, чтобы на даче отдыхать, в общем, дышим миазмами. Конечно, это неправильно. Поэтому мы написали письмо на имя Шойгу. Мы написали письмо в администрацию Свердловская о том, чтобы каким-то образом все-таки нам помогли. И довели до комплекса Солнечного, что ему, наверное, надо что-то делать, чтобы нас заболевали. Письмо Шойгу я зачитаю. Оно отправлено с заказным, с уведомлением. Отправила. Губернатору Московской области Шойгу Сергею Кужугетовичу. Уважаемый Сергей Кужугетович, СНТ «Живаго», членами которого мы состоим. Оговорюсь, писала 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек. Писала, это в основном первая улица. Написала бы и больше. Но просто мы решили это сделать, ну, как бы внутри, достаточно пока этого. Значит, СНТ «Живаго», членом которого мы состоим, граничит с комплексом «Солнечный», «Солнечный парк» Отель-Инстал, сайт, местонахождение Солнечногорский район, Ленинградское шоссе, 74. Отель построен недавно, очистные сооружения возведены новые. На наши жалобы, что нас заливают по весне водой, не похожей на чистую заводку. Летом прошлого года управляющий отель